Я ее посмотрела, эту книгу, посмотрела с удовольствием. Во-первых, почему с удовольствием? Потому что я вижу знакомые имена, знакомые лица, которые там есть. И она, конечно, будет вызывать интерес и не только среди свитковцев, но и среди вообще жителей нашего города. Лично для меня она чем близка? Потому что мой отец закончил войну в Кенигсберге. Вот, он, правда, призывался не отсюда, он родом из Карелии, но у него есть награды за Кенигсберг. И после Кенигсберга их вот часть или там дивизию, я уж не знаю, отправили как раз на японскую войну. Даже фильм есть, когда состав из Кенигсберга едет на, вот, туда, в Японию. Поэтому, понимаете, вот все по кругу, вот все не бывает просто так, насколько мир тесен. Ну, конечно, особая благодарность это нашим Сергею Пасадцам, я думаю, это вот Наташа в первую очередь, супруг ваш. Вы такую деятельность проводите, что там говорить. Это мало того, что найти спонсоров, найти авторов, да еще издать и вести самой, и вручить вот в такие организации, как вы сейчас, это, представляете, это, я считаю, еще один подвиг, который совершен в Кенигсберге. Так что вам поклон вот от наших будущих читателей, ну и от нас, библиотекарей. Так что здоровья вам в наше непростое время, ну и дальнейших свершений. Наташа, вы без этого, по-моему, не можете. Так что вот всего вам самого доброго. Если разрешите, меня там ждут, я отчеты сижу, пишу.